Привет, друзья! С вами канал Клуб Рыбаков, Дима Лемеш. Привет! Мой дружбан и Михалыч. Ребятки, наконец-то дождался я своего катерка. И мы сегодня с Димой выехали его обрыбить. Надо срочно обрыбить. В этом катере еще не было рыбы. Ребят, смотрите, какая красивая лодочка у меня. Юрчик Копачевский построил. Шарк 545. Я обзор на него делал. Кто не видел, посмотрите, я вам оставлю подсказку и ссылку, может, доставлю. Короче, банда, с этими постройками катеров мы с Димой прошляпили, блин, как там правильно сказать? Взрыв, короче, блин. Прошляпили всю вспышку по клюву. Щука уже не ловится, жор прошел. Судак уже не ловится. Но, блин, мы будем пробовать. Вот с Димой пробуем. Рыбаков, мы находимся на Днепре. Ни одной лодки нигде не видим. Ёкарный бабай, блин. Что там, Димон, клюет, не? Пока нет. Как? У тебя ж, блин, всегда должно клевать, ёкарный бабай. Сейчас. Ты же костюма правильно одел. Обратите, да, ребятки, внимание, в каких мы костюмах. В этом костюме рыба должна сама запрыгивать в лодку. А не холодно тебе, не? Нет, супер. На улице, ребятки, с утреца немного подмораживает. Надо, наверное, перед рыбалочкой побрызгать сразу нитку жидким силиконом. Хопс. Чик-чирик. Тоже всем советую, ребят, перед рыбалочкой пробрызгайте нитку, и у вас не будет нитка замерзать. Во, вот в таких баночках идет силикончик, хватает его. Но важно, на сухую брызгайте. Вот так, пробрызгали чуть-чуть там, опс, опс. Все, сейчас оно пропитается и будет бомбокласс. Ну и по чуть-чуть на колечко, чтобы не меньше обмораживались. Шук-шук. Между прочим, если у вас дешевые шнуры, то советую вам тоже брызгать жидким силиконом. И тогда и вылет дальше, и шнур не жужжит, а то как оно жжжжж. Короче, жидкий силикон — это вещь. У нас от компании Корона бомба. И такая шикарная вещь, в принципе, недорогая. Что-то там, Дима, сколько стоит? У Димы магазин, вы знаете, Дима ж магазин Террафиш, вы с ним общаетесь по термобелью, там, по снастям. Сколько стоит Корона? Полтинника где-то. 50 гривен где-то стоит, ребят. Ого, пока я рассказывал, за силикон Димы поклевка была. О, видал? Да. Хорошо. 6-дюймовый силикон. Это 6-дюймовый или 7-дюймовый? Мы, короче, силикончики. Хочем сегодня порыбачить, ребятки, на большой силикон. Дима поставил такой ярко-салатовый. Я в таком цвете. Когда-то Орлов на этот цвет, не когда-то, а в том году, он поставил ставку на эту рыбку и на этот цвет и выиграл соревнование «Ядрен батон». Представляете себе? Я вам потом расскажу. Кто знает, молчите, не пишите, что за рыбки. Потом вам расскажу. Ребятки, исторический момент. Первый заброс в новой лодке. Первый заброс. Ну, давай. Щука! Цепляйся там сразу. Не, не сразу. С первого заброса нехорошо ловить, говорят, рыбу. Цепляйся там второго. Опа-на! Ух ты, иди сюда. Нифига себе подача. Ух, ребята, я хотел сказать, ох, как солнышко классно выходит. Ё-моё, Димон, пацак. Ё-моё. Ух, и бахнуло. Красотень, ой, красотень. Ой, блин, обрыбим лодочку. Ты хорошенькая там засела, ё-моё. Ты смотри, сработали эти рыбки, видишь? Ты зацени подсак, имеешь пуль? Это же голденкетчевская подсак, она там быстро раскладывается. Полностью выдвигай ее, Дима, полностью выдвигай, полностью. Полностью выдвинь. Вот, теперь раскладывай. А ну да, я пойду туда, посмотрю на зверюгу. Ах, уходит. Ай, как удобно, как кринолины, смотри, можно выйти аж до мотора, да? Смотри, как удобно. Я тебя потом сюда ее подведу. Ох, блин. Пока мы там щуку... Ой, пацак рухта, смотри какая. Ну там трёха как минимум. Все, разложил. Карбоновая подсачка, блин, ребятки, голден кетчевская. Огонь. Да не надо выдвигать, не надо. Давай. Так, давай ее, бери. Вставляй ее туда. Там же у нас... блин. Ай, ребят, смотрите, как спиннинг отрабатывает. Ай, красота. Кайфок хорошими снастями каскаде. Ух, под лодочку уходит. Опа-нах, опа-нах, хочет поломать спиннинг. Хрен ты поломаешь инквизитора, ты шо?
Ты опусти полностью в воду. Давай, давай. Засовывай, и сейчас мы ее будем брать. Смотри, какая красавица какая. А ну давай, прыгай. На камеру работай. А, пузанька. Пузанька на 6 дюймов силикончик. Ух, ребятки, красотень. Ну что? Красотень, Диман, блин. Мы прибили лодку, давай пятак. Не отпало, да? Да. Опа, это все, короче, правильные костюмы, Дим. Да, фартовые. О, ребятки, блин, смотрите, красавица какая. Ой, блин, первая в нашей лодочке. Стой, подрос, стой. А, блин, бомба, да? Бомба, класс, сейчас мы ее взвесим. Ту-ду-дун. Смотри, Дим, как в воду смотрел. Тик, 3600, там 3500. 3,5 килограммчика. Так, долго мучить не будем. По папу, по маму, по бабушку, по дедушку. А ну, подруга, давай. Давай. Иди. Опа. Оп. Приходи в себя. Медленно так. Щух, ушла. Смотрите, как поскакала. Пока-пока. Класс. О, блин, между прочим, классно в перчатках держать щуку. Блин, она скользкая. Класс, не скользит эта штука. Такие осенне-весенние перчаточки Golden Catch-овские. Ти-глоу. С напылением каких-то там серебристым, которые типа греет руку. Ну да, солнце вышло, то сейчас уже и жарко. Фу, щука обкекала. Опа. Перчатки с неопрена можно мыть, ребятки. Помыли, вытерли. И все отлично. Оп. О. А я вот на такой, на Кока-Колу. Я же вам говорил, Орлов. Киевское соревнование, вроде бы трофей проводил соревнования. Именно на эту рыбку, на этот размер и в этом цвете выиграл соревнование. Банда. 6 дюймов. Так, и называется Ганстамино. Ганстамино, только это 8. Это 6 дюймов. И, ребятки, теперь по оснастке. Оснастил ее на новом крутыше Петроша. Сейчас я последнее время вообще на все грузики перешел Петроша. Опа-на. Чикс, о, смотрите, вот такой грузик, мы рыбачим, ищем сейчас щуку по старому руслу, на глубине стоим 4 метра, и вот такой грузик 16 грамм, видите, две петелечки в него, то есть можете рыбку оснащать и внизу ставить застежечку, и вверху отдельные застежки продаются, опа, отдельно, видите, удлинители, можно удлинять, если здоровую рыбку заряжать. Петр ж молодец, а вот джиголовки его тоже, блин, бомбезные штуки. И между прочим, ребятки, грузики, джиголовки все сложил я в коробочке гидрофобной. То есть коробка впитывает в себя влагу и ваши крючки не ржавеют. Коробочки, американские коробки от фирмы Flambo. Блин, бомба, я потихоньку перехожу на все коробочки. Вот эти коробки тоже, тоже Flambo. Тоже здесь, только здесь перегородки, синие перегородки. Опа, ставятся. И они также впитывают влагу. Видите, сколько я набрал этого силикона? А, блин, цвет. Дима на такой сейчас бросает. А, не, он ультрафиолет уже бросает. Вот, ультрафиолет ездит. Чик, я набрал их, видали сколько? Чтобы хватило нам уже запаса. Так, и тройнички, ребятки. Опа-на. Где наши тройнички? О, оснастки. Между прочим, банда. На здоровый силикон Юрза сделали оснастки прикольные. Опа, в синтезовских сумочках. Оп, косметички их называют. Тоже я набрал эти оснасток. Один дробь ноль. Там единички, двоечки. Двойки там с черным крючком. С оранжевыми, с салатами. Видали? Короче, на всю жизнь. На всю жизнь набрал, а на рыбалку ездить некогда. И тройники, которые мы используем, тоже. Ребят, на тройники также отдельную сумочку, блин, выделил. Тройнички, банда, от Юрза. Ну, в основном используем от компании Юрза. Смотрите, они сделали и красные тройники, только что красные сейчас 3 размера, 4-й самый большой. На нашей рыбке это... А, нет, 2-й самый большой. На нашей рыбке это, конечно, немного маловатые. Оранжевые есть здоровенные. Между прочим, тройнички эти... флюоресцентные, и они светятся в ультрафиолете. Хопс,
Есть красные, оранжевые и салатовые. Мы с девой ставили их на балансиры, на ратлины, на бокоплавы, то, что надо. Конкретно увеличивало количество поклевок. И плюс, ребятки, эти тройники острые, охрененно острые. Они не ржавеют. Смотрите, сразу цепляется за палец, видите? Блин, тройники, конечно, супердох. Красные, оранжевые и черные. Я в этот раз на эту рыбку черные поставил. Опа, где они выпали? О, вот самого, наверное, большого размера. Это я на сама брал. Смотрите, какие закрученные, видите? И они такие интересные. Идут как лопасти вертолета, подкрученные в сторону. Димон, а мы с елки-палки забыли совсем за традицию на радости. Где наши? О, вот он, талисман, Дим. Ты ж пока мы не жахнем из чайка из термоса за джируши, ты знаешь, что ничего не будет. Опа, наливаю. Держи, наливаю. Тебе, короче, с этой, блин, с директорской кружечки, на по чуть-чуть, надо по-любому. По-любасу. Опа, ребятки, зима, блин, близко. Там уже почти зима. Так что, кто не приобрел себе термоса, кто ищет хорошего термоса, всем рекомендую за джируши. Блин, лучшие в мире термосы. Вот такой термос, это на 1.5 литра, держит двое суток. Двое суток у вас будет кипяток. Я вообще, если на день еду, с вечера колочу, чтобы он хоть чуть-чуть не такой горячий был. Ну что, Дим, за первого сбитого, за рыбалочку. За первую кровь. За первую кровь в этой лодочке, блин. Что мы обкатали лодочку. Ай, лодочка ж, блин, как же я тебя люблю. Какая шикарная лодка получилась. Юрчик Горло мне запаковал ее хорошей техникой. Все поставил от Lowrance. Короче, поставил я два эхолота у меня. Lowrance Live 12 и Lowrance Live HDS 9. Плюс, ребята, спрашивали меня, почему я так этот якорь поставил, плавучий якорь. Плавучий якорь тоже Lowrance Ghost. На сегодняшний день самый негеморный, самый неглючный, единственный, наверное, прибор с электроякоря, который не глючит. Все остальное такое глючное, что это просто кабздец. Короче, по совету Юрчика поставили такое. И еще Active Target, датчик Active Target, это тот, который показывает все в реальном времени. Это мы вам покажем потом. Ребят, посмотрите и порадуйтесь вместе со мной. Это мечта была всей моей жизни. Блин, лодочка шикардо. Скажи, Димон, да? Красиво. Это, ну, да, даже не равняется с моим катером. Ну что? Будьмо. Ребятки, за это с нами выпьем. Давайте. Будьмо. Ай, блин, погодка настроится. Вы знаете, народ, надо уже и раздеваться. Димон, мы сегодня с утра мороз, слышь, а сейчас так класс, как будто весна, да? Ну, очень тепло. Пахнет весной, прям весной пахнет. Ну что, хоп-она, а давай теперь бабушка клюнь, а ну ж клюнь, а? Блин, на классный спиннинг потаскать. Между прочим, ребятки, по снастях. У меня все тот же универсальный спиннинг от Golden Cage Inquisitor в размере 2,59 и от 7 до 28 грамм. Тезио. И между прочим, ребятки, 6 грамм спиннинг уже отрабатывает. Если на жестком дне, то даже 5 грамм отрабатывает спиннинг. Чувствительный, мощный, запас мощности у него такой серьезный. Я рыбачил на него хоть 28 грамм, но я даже 60 грамм бросал им, между прочим. Плюс здесь стоит катушечка, Golden Cage Inquisitor, 4000, тоже недорогой спиннинг, недорогая катушка, блин, отрабатывает просто кобздец. Как говорил один, зачем платить больше? И ниточка, ребятки, здесь стоит восьмижилочка, оранжевая, флюоресцентная, от компании Favorit Smart PE. Это уже будет третий сезон, я катаю, блин, нитки бомба. Недорогие и шикарные, долговечные, служат классно, не разлазятся, если таскаешь там их по водорослях, по корягах. Блин, отлично. Даже на ракушке не так режется, как четырехжилка. Так, ну давай, бабушка, клюнь. Бабуля, клюнь. Бабушка пока не хочет клюнуть. Так, ребятки, и поводочки. Поводочки мы с Димой делаем с флюорокарбона. Как бы на флюорокарбоновые поводки поклевок больше, но есть риск того, что щука может срезать. Так вот, мы ставим 0,6 мм на щуку, 0,6, 0,7, в троллинг даже 0,8 ставим. И флюрик, где наш флюрик? Опа-на! Оп. О. Во! Sondline Cyclone флюорокарбон.
Это 0,7 миллиметров. Ну, сейчас связанный у меня 0,6 и нормальненько все. Так, поклевок нет. А ловля хищника, ребятки, вы знаете, это прежде всего поиск, поиск, поиск. Так, включаем приборы. Снимаемся с якоря. И поехали, поищем щучку. Ой, ребят, смотрите, какая красота показывает. Какие камни. Сейчас попробуем судачка, пока щука не ловится. Ну. И Димон с первого заброса только забросил. На ультрафиолет, да, Дим? Да. И на тот 7 дюймов? 6 дюймов. 6. Нифига себе, ну выгазывай. Красавчик, Димон. Ну что, щука не ловится, надо ловить то, что ловится. Она пока, ууу, ты смотри, судачок такой. А ну, что там? Опа-на! Ребятки, видали, не только щука ловится на этот силикон. Но, блин, и судаки ее корные. Еще и смотрите, какой судак, а? Красивый. Заглотил, блин, тех 6 дюймов на раз-два. Такой где-то кило 200, как минимум, да? А то кило 400. Взвесим? Возьми веса, взвесь. А? Блин, резина, а, Димон? Я тебе говорил, рабочая. С первого заброса косит судаков. Так, головки немного легкие. Мы стоим на глубине 7, 8, 9 метров на фарватере. Ну, я же говорю, кило 250. Ну, глаз хотя... алмаз. Димон, если тебе надо судак, то там сзади у нас аэратор есть. Это что, надо же аэратор размочить. Да, аэратора надо размочить, точно. У нас два аэратора, один впереди, один сзади. Не-не-не. Сейчас покажу. Во. Во. Смотри. Хопана. Открываешь вот так. Раз. Поворачивай. И открываем. Во. И сейчас наберем туда водичку. Во. Водичка побежала. Бомба. Так. И я ультрафиолет поставил. Смотрите, какая здоровенная, блин. 6 дюймов. А ну, судаки, что вы скажете? А то я бросал фиолетовый на фиолетовый. Не, а в доме еще было пару холостых поклевок. Посмотрим, что скажет нам судак. Вот это Димон разошелся, народ. Дай ему покажи, как надо, ё-моё. Слышь, ты по судака, да, я щук. Секретную рыбку, да. Вон люди стоят сбоку, их же тоже жаба давит, они не ловят. А Димон, блин, тулит с каждого заброса. Все, ты знаешь, норма вылова. Три судака и все. Тут такие судаки. Да, как раз, Димон, три штуки. И потом, а потом за бабки. Между прочим, народ, вы можете и больше ловить. Но потом один судак 320 гривен, да? Да. 3000. Ой, 3200 гривен, да, Димон? Так что то еще одного бери, а следующее по 3200. Я тебе оптом могу давать. О, оптом, короче, по 2800. Берешь? Ребят, ну это мы прикалываемся. Штрафы у нас сейчас 3200 за судака. А то 3 килограмма поймали, все, домой. А, в принципе, на двоих же по 3 килограмма. Можем еще 3 штуки поймать. Да. Это капец. А я попробую вот на такую, на салатовую. На улице такое, солнце непонятное. 22 граммика, 8 метров глубина. А ну-ка. А что ты там уже по-хитрому в другую сторону, Димон? Да. Вы видели, какой хитрый? Так он ловит меня за спины, оказывается. А тянет типа спереди, пока я там не вижу сзади меня. Ох, и хитрее. А у меня ни одной поклевки еще не было. Между прочим. Опа, была поклевка у меня. Ну что тут сказать? Что тут сказать? Что творят эти канадцы, да? Это капец. Димон снова тянет. Учитесь. Учитесь, народ, блин. Бросает и таскает. Вот хулиган, блин. Так, народ, этот по размерам не проходит. Давай. На здоровый силикон такой маленький. Клюнул хулиган, правильно. Недомерок есть, народ, дозволенный размер к вылову. Тоже это имейте в виду. Судак от 42 сантиметров можно брать. И то, если мерять без плавников, то есть без хвоста, до оперения. К
Короче, без слов. Я в Димона уже, короче, подрабатываю просто тупо оператором, да, Дим? Даже некогда спиннинга забросить. Ух, какой красавчик. Ай, блин, красавчик. Просто кобздец. Ребят, ну это капец. Посмотрите, какие судачелы ловятся. А? Ну это ж, блин, жестяк. Ну ловятся у Димона. Видели? И в заглот все полностью заглатывает, блин, те 6 дюймов. Чуваки, короче, не выдержали. Жаба их задавила, и они решили уехать. Ну что, Дима, я привык, что Дима ловит, а я, бывает, не ловлю. Они же не привыкли. Они же не привыкли, да. У нас командная работа, ядрен батон. Между прочим, ребят, блин, опа, ты смотри, вот собака. Была поклевка, блин. Вторая поклевка, откусил фустика. Что хотел показать? Между... И тебе, Димон. Смотри. Смотри прикол. Чик. Хочу вам показать одну классную штуку, кто ездит на лодках, ходит. Опа! Ребят, недорогой шикарный гермомешок, вот фаворит. Я вам показывал чуть-чуть подороже. Это что-то там вообще понты стоит. Сделан рюкзаком. Видите, рюкзаком сделан. И я сюда, да, туда разматываешь его, чик-чик-чик. То есть вода туда не попадает ни при каких обстоятельствах. Я туда спас-жилетов наложил. Я совсем забыл, Димон, надо же спас-жилеты одевать. Мне мешает одеть спас-жилет, у меня камера на грудях. А тебе надо одевать, видите? Хопа. Потому что если на спас-жилеты попадет вода, то все, труба, они взрываются. Там пиропатроны, и они могут сорваться. Взорваться. А вот так, смотрите, закрутил, закрутил, закрутил. Шик. И в отдельных случаях можно этот мешок, туда же там воздух в середине. Опа, она. Смотрите, какая защелочка. Его можно использовать как спасательный круг. Бросил, и можно плавать с ним. Видали? Еще и замочек влагозащищенный есть. Видали? Класс. Димон, у тебя есть в магазине такие гермомешки? Возьми. Смотри, какая штука. Прикол, да? Смотри, карманчик. Все дела. Два карманчика даже по сторонам. Бомба. Давай по чайку, да. Давай жахнем по чайку. Димона уже руки болят тех судаков таскать. Решил с чайка бахнуть. Ну, сейчас. Опа. А я же говорил, сейчас чайка попьем и будет рыба. Ух, как упирается. Ух, блин, какой же кайф. Какой же кайф, ребятки, эту поклевку чувствовать. Спиннинг чувствительный, как будто током. Так дал. А еще плюс на большой силикон, он так валит, блин. Намного сильнее и резче, чем на маленький. Маленький он там себе повис и все. А на этот он жадно бьет. Так, блин. Ай, красотень, блин. Смотрите, как отрабатывает спиннинг. Попили только чайка за джерушей. И сразу вам и рыбка. Ах, ё-моё, слышишь, он так увалил. Дима, смотри, что я тяну. Ё-моё, а судак такой, как и рыбка. Блин, ну поклевка была такая зверская. То, наверное, другой ударил, а я этого резко подсек. И поэтому он, блин, зацепился. Короче, ребят, спрашивали там у меня, а если кишки вылезли у рыбки, то что ее отпускать или меня оштрафуют? Народ, вас оштрафуют. И если недозволенный размер, по-любому вас оштрафуют. Вы отпускайте. В природе ничего не пропадает. Его или чайки скушают, или раки скушают. Так что кому-то пойдет на пользу. Ну, а вы убережете себя от 3200 штрафа. Так что вот так. Опа-на, а я уже думал, там у меня уже мамаша, пятерочка. Это ёкарный бабай. Опа, следующий пошел. О, ё-моё, я же говорю, главное вовремя чайка попить. Ну что-то, слышь, Димон, тебя нормальные ловились, а у меня что-то снова то же самое. Ёлки-палки, ай-яй-яй, ёлы-палы. Мелочь какая-то. Ну и время сейчас не клевое, слышишь? Сколько там? Часа два, наверное, да? Хопана! Не, ну такой съедобный. Столовый, чик. Но по размерам, наверное, не проходит. Такой килуха. Опана! Килуха-шмилуха. Заглатывает, ребят, смотрите как. Это силикон. Ух, бомба силикон, конечно. Жаль, расцветок мало. Ну, главное, самые расцветки, ребятки, такие, самые рабочие. Вот ультрафиолет, все, просто убивает, да, судака. Обана! Класс!
Димон, ты знаешь, если так и дальше пойдет, как мы лодку обкатали, да? Да? Ты смотри, как, блин, щуку поймали одну. Хрен с ним, щука не хочет полнолуния сегодня. Опа-на! И посудочка развлекаемся. Тоже неплохо. Ну ты их и волочишь. Их там глаза вылазят, блин, с орбит. Ну, смотри, тоже такой нормальный. А? Ну, давай будем брать уже хороших вообще. Ну, это что там? Килухи, наверное, и нету, да? За папой и мамой. За бабушками. За, да, правильно, за бабушками. Ну, сволочь. И что, и хвостика откусил. Блин, а что ты хочешь? Мягкий силикон, видишь? Зато он классно работает. Ты знаешь, этот силикон еще и съедобный, между прочим. Ну, вот, вот они хвосты отгрызают. Да. Подлецы. Так, мы уже бросаем в другую сторону. Дима говорит, а ну брошу там, где не клюет. И там поймал. Ох, хулиган. Опа. И у меня пошел. Красавчик. Опа, ну, ну что-то такое. Ух ты, ё-моё. Вылетел, просто вылетел с воды. Смотри, Димон, тебе нормальные ловятся. У меня какие-то шпеники. Прибил. Прибил, хулиган. Иди гуляй. Гад. Так, другую сторону. Другую сторону бросаем. Вот там пятерочка сидит. Блин, а такой силикон должны пятерки клевать, а не такие шпеники. Да ты что, я думал, из лодки меня сейчас выбросит. Да? Жесткая поклевка. Да, такая подача. Крутяк. А рыба хорошая? Ну, такой, нормальный. Съедобный. Наверное, съедобный. Нет, теперь все выбрасывай. А ну показывай. О, да. Хорошенький. Хорошенький. Ну, я жду пятерку. Я жду пятерочку. Блин, давно пятерок не ловили, Дим. Очень давно не ловили. Короче, Димона, наверное, можно вообще уже не показывать. Хороший, да? Наверное. Ну давай, дотяни, я сейчас, у меня клюнет. У нас народа. Все прибавляется и прибавляется. Рыбаки на вечерний клёв подтягиваются. Просто прибил, да? Ну, такой 700-800 раз. Топи его, топи его. Топи, гада. Пускай больше не лезет. Но, между прочим, я смотрю, что ловят вон те рыбаки. Они на какие-то железяки ловят. То в них вообще шпеники такие. По 300, по 400 грамм. То у нас хоть нормальный, на нормальный силикон, на большой, хоть нормальная рыба клюет. Ты заметил, Дима? А ну попробуем на вот такие, я не ловил еще. 5-дюймовые Ганста Твист. Твистерки, ребятки, такие 5-дюймовые. А ну. А то крупный судак притих. Шпеники начали ловиться такие, 800 кило. Мы их даже не показываем. Сразу по папу, по маму. Но пока что папы и мамы нет. Но надеемся. Надеемся, что будет. О, смотрите, какая красивая рыбка, да? А местная банда крутится вокруг нас. Мы ловим, они что-то на какие-то драчики, да? Блин, поставьте, чуваки, поставьте силикон большой, и будет вам счастье. Наш вам те драчи. Ездим? Да, класс. Смотри на новую рыбку. Ух ты, как спиннинга выгибает. Подлодка. Прям с подлодки, да? Такая подача, я думал, там... Злая? Я думал, ну а что, новую рыбку ты им показал, ребятки, да. Видели? Твистер сразу и сработал, блин. Дима, там в твоих руках, я думаю, тебе пофиг, что бросать. Не рви, не рви, аккуратненько, аккуратненько. Ты что? У нас таких рыбок всего 3 штуки. То есть, одна в тебе, одна у меня и одну Майклу Джексону отложил. Если оторвешь, все. Класс. Смотри, первые заброзы сразу рыба, да? Ах, блин, ну шо. Димон, у тебя руки не болят? Слышь, у меня такие подачи. И что-то, блин, бам и холостая, бам и холостая. Наверное, тройник маленький поставил. О-о-о. Шпеники, ты видел? 5-дюймовая резина и судак поменьше клюет. Надо снова переходить, наверное, на большой. Но клюет, блин, клюет, тулит с каждого заброса. Ту здоровую резину, слышь, так не бил. Если клевал, то сразу цеплялся. А этот, блин,
на мелкую, дубасят подлюки они. Опа! Прям с подлодки. Слышь, дуплетом валю. Хопа-нога. Ну у меня там вообще капец, ты посмотри. Вот что оно там клюет. Так, все, я ставлю здоровую рыбку. Я, ну его нафиг. Ты смотри, какая она погрызена, Дима. Побитая вся, ребят. Смотрите, какая побитая, вся рыбка побитая. Как у нее там тулит, блин. А поймался вот такой манюнький. Дим, ты посмотри, рыбку доедают. Просто капец. Ну вся вот изгрызенная. А ты за спину. Не, за этот. За барабанную перемычку. За ухо, да. Так, я ставлю здоровый. Я ставлю 6 дюймов. Ну и в баню. Ага. Выбрасывай. Ну, резина, конечно, делает вещи. Но работает лучше всего, ребятки, ультрафиолет сегодня у нас фигачит. Короче, ребятки, что сказать? Блин, рыбалка получилась шикардос. Лодочка успешно обкатана, аэратор намочен, щука поймана, судаки тоже отлично половили, блин. Димона аж руки уже были. Видали, что силикон Fishing Drugs, животворящее дело. Ребятки, я вам хочу сказать пару слов о костюмах. Костюмчики по экипировочке, ребятки. Костюм Buff Tories называется. И плюс шапка под него. Ну, шапки уже все разобрали. Тоже Buff. Видали? Короче, банда. Недорогой костюм и просто шикарнейший. Он Дима первый раз, Дима там стоит и целый день мне рассказывает, какой шикарный костюм. Он же не рыбачил еще в нем, я уже же рыбачил. Димон, а ну расскажи свои впечатления. Сегодня первый раз полевые испытания в этом в новом костюме. Ну, ожидал, что будет классно, комфортно, но превзошло все ожидания. То есть костюм очень комфортный, очень легкий и очень-очень теплый. Сегодня с утра было минус 2. С таким, ну... Да, с утреца мороз был. И ветерок такой, ну... Громче говорят. Холодный ветер, да. Ну, было в костюме очень-очень комфортно. Классный костюм. И у нас показатели, ребятки. Костюм сделанный из ткани Ripstop и 10 на 10 тысяч. То есть дышащая способность, он же дышит, ветронепродуваемый. И плюс водостойкость в нем 10 тысяч. 10 тысяч водостойкость, да, и 10 тысяч дышащая способность, ребятки. Костюм просто шикардос. Под низ я одетый термобелье Buff. У меня пермит. Ой. Пермит, графит, Buff графит и плюс флисовый костюмчик, Buff Polar. А ты что там одел? Я одел флисовую кофту, навес и термобелье Орландо. О, мое когда-то было, ребят, любимое термобелье. Да, с такими, оно, дышащая способность, наверное, самая большая у него. Блин, просто, короче, Buff экипировочка просто шикардос. Ребятки, что немаловажно, единственная рыболовная экипировка, которая в Украине сертифицирована. Если 10 на 10 тысяч, то это 10 на 10 тысяч. И этот костюм, ребятки, этот костюм предназначен до рыбалок, до минус 30 градусов. Комфортная температура минус 15, правильно? Да. И еще для магазинов. Хотелось бы сказать обратиться к хозяевам магазинов рыболовных. Не упустите возможность предоставить своим покупателям хороший качественный продукт по приемлемой цене. Этот костюм, ну, практически равных не имеет. В этой цене с такими характеристиками на Украине костюма просто нет. Да какой Украине, ребят, это топ во всем мире. Да в мире нет цена, качество такого костюма. Ну это только симпсонский можно сравнивать, но он $1000 стоит. Симпсонский. А этот, ребята, этот 5000 гривен. Разницу чувствуете? И вы общаетесь с Димой Лемишем. Димончик мой дружбан, Терафиш магазин. И все, кто по опту, тоже будете общаться с Димой. Так что пока есть, ребят, берите себе на магазины и радуйте рыболова. Люди скажут вам спасибо. Ни одного негативного отзыва не было. Ни одного. Люди все прозревают. Если одного купили, все, сразу берут еще другу, там, сыну, брату, свату. И, ребятки, у нас еще в фирме Buff шикарнейшие термоноски. Просто шикарнейшие. Вы раз купите термоносочки и будете только в бафтовских термоносках ходить. Я вам обещаю. Вот купите и увидите. И тоже цена-качество, ну, по сравнению там с конкурентами. О, блин, ты смотри, еще и тюкнул под лодкой. По сравнению с конкурентами, то бафтовские на шару.
Короче, все. Будем мы, наверное, прощаться с вами. Димон, а мы как команда, слышишь? Смотри, ну, да, как смотрятся костюмчики, блин, ё-моё, блин. Как будут говорить спортсмены. Местные скажут, спортсмены приехали, судаков навалили, а мы тут чмоки-чмоки. Короче, ребят, выезжаем на рыбалочки. Рыбка все-таки ловится, судак ловится. Ну, щука сегодня полнолуние, может, она не хотела, то одну поймали, но мы сильно так не упирались. Поехали проверить вот зимнюю точку. И вполне успешно, видите. И судак хороший. Так что Fish and Drag силикон вот такой. Я уже его катал. Главное, недорогой, блин. И тоже шикарнейший силикон. Вы знаете, Михалыч херни вам не показывает. Только лучшее и такое с народной ценой. Все, выезжаем на рыбалочки, ловим рыбку дома. Не сидим, а то ковидом еще заболеете. Все, ребятки, короче. Всем пока. С вами был Дима Лемеш, Михалыч, канал Клуб Рыбаков. Давайте, пока. Газуйте.